Вітаю усіх глядачів YouTube-каналу «Львів Медіа». Коментуйте наші відео, поширюйте та ставте вподобайки. Сьогодні 245-й день героїчного протистояння України проти Російської Федерації, проти окупантів та загарбників. Майже 70 тисяч особового складу військ Російської Федерації назавжди залишились в Україні. І далі я буду говорити російською мовою, щоб російська аудитория нас разумела. Сегодня я немного хочу поговорить о тех вопросах, которые вы задаете в комментариях. Смотрите нас, ставьте лайки, а также распространяйте наши видео среди своих друзей и знакомых, чтобы больше людей знали правду об этой войне. Многие из вас говорят, что в наших интервью большинство русских солдат, они тупые, чтобы мы брали более умных солдат Российской Федерации. Здесь я должен сказать, извините, мы говорим с теми, кто есть, и те, кто соглашается с нами говорить, без давления, без какого-либо прессинга. И то, что их уровень развития не соответствует вашим желаниям, это не наша проблема и не наша вина. Это ваши соотечественники, которые зашли в Украину, зашли воевать, и вы должны с этим смириться, что это ваши сограждане и что они так думают. Многие из вас также пишут, что вот ведущий, то есть Любомир, он никогда в армии не был, никогда не воевал, и он должен понимать, что ребята просто исполняли приказ. Я хочу здесь уточнить, что большинство из них присоединилось к армии и пошло в армию добровольно. То есть молодые ребята, те, которые у нас на YouTube-канале, мы уже показали, они со срочки, большинство из них сразу перескочили на контракт. То есть они добровольно контракт подписали. И что было мотивом, что они подписали этот контракт? Мотивом были деньги. То есть, вот я сделал более 30 интервью с русскими военнопленными, и сейчас у меня сложилось четкое мое личное мнение, что все эти люди пошли за деньги. То есть в России есть частная военная компания Вагнера, это наемники, это солдаты удачи, это псы войны, и есть контрактники, то есть регулярная русская, российская армия. Для меня принципиальной разницы между этими двумя группами нету. Сейчас я объясню почему. ЧВКшники, одни воюют за деньги, и контрактники тоже воюют за деньги. То есть у контрактников главным стимулом есть финансы. Ну, сами давайте подумаем. На контракте большинство из них получало 30-40 тысяч рублей. Это там 500-600-700 долларов. И как за заход в Украину им пообещали в среднем где-то 200 тысяч рублей. Это более 3 тысяч долларов. То есть они согласились здесь воевать, убивать украинцев, рушить города, насиловать женщин за деньги. И поэтому еще раз подчеркиваю, разницы между mercenaries и контрактерс нету никакой. Это одно и то же. Это одни и те же люди с одной и той же идеей финансовой в голове, которые пришли воевать в Украину. Почему я часто спрашиваю и задаю идеологические вопросы? Для меня, как украинца, очень важно понимать, и чтобы также видела это и украинская, и русская аудитория, что творится в головах у россиян, у ваших соотечественников, с которыми вы живете в одной стране. Честно вам должен сказать, что это просто ужас. У людей каша, и эту кашу сделали пропагандистские СМИ Российской Федерации. Пример. Когда началось полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину, главным лозунгом что было? Денацификация и демилитаризация. Большинство, почти все, хочу сказать, из военнопленных, с которыми я разговаривал, вы сами это видели, они не могут объяснить этих терминов. То есть они не могут объяснить, что они делают в Украине, в суверенной и независимой стране.
Большинство из них говорит о том, что это проблемы правительства, это проблемы Владимира Путина, за что они здесь воюют. Хочу сказать, что это не проблема Владимира Путина, это не проблема правительства уже, но это и проблема российского народа как такого, потому что здесь воюет российский народ, российский солдат. Путин где-то там далеко в Москве, он только руководствует. Сейчас, вот сегодня, я бы сказал, вышла новость и на русских интернет-ресурсах, и на украинских интернет-ресурсах. И вот Американский институт изучения войны опубликовал, что в России новая концепция на основании заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова, помощника секретаря Совета безопасности РФ Алексея Павлова и патриарха Кирилла. И все они говорят о сатанизации. То есть, что это значит? Сатанизация Запада и то, что сейчас происходит в Украине, не поле битвы, это Украина, и это здесь происходит сражение ангелов и демонов. Конечно, что это все смешно, но... Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульман на джихад против Запада. Он назвал тех, кто действует против России, сатанистами. Патриарх Кирилл на заседании Всемирного Русского Народного Собора заявил, что Россия сейчас борется с мироправителями тьмы. Помощник секретаря Совета Безопасности Алексей Павлов сказал, что Украина с 2014 года в результате западных манипуляций и политтехнологий превратилась в тоталитарную гиперсекту с неоязыческими культами. Павло утверждает, что украинским обществом управляют фанатики, стремящиеся отказаться от ценностей русской православной церкви, ислама и иудаизма. И поскольку украинцы отказались от религиозных ценностей, нужно провести их полную десатанизацию. Да, или, как сказал Кадыров, добиться полной дешатанизации Украины. Вот читаю это и думаю, что... у вас творится в России? Какая десатанизация? О чем? То есть не работает концепция денацификации, демилитаризации, давайте перебросимся на десатанизацию. Вот у меня просто вопрос, как бы, вы, как русское общество, понимаете, что это значит? То есть здесь что, в Украине какие-то ненормальные люди? Или как? Кстати, я буду спрашивать об этой концепции у русских военнопленных в следующие разы. Так, просто я хочу понять, как они это понимают. То, что им говорят сверху, тот же самый Кадыров, тот же сам патриарх Кирилл, да, церковник. И будем слушать и показывать, что будут отвечать россияне, которые находятся в плену. Кстати, еще раз хочу подчеркнуть, что они все эти интервью дают добровольно, без давления, без прессинга. Вот эти все сказки, что в Украине отрезают, как бы отрезают гениталии, это все русская пропаганда. Почему? Вот иногда мы там шутим с ними, когда сидим, и я вот их спрашиваю, откуда вы слышали, что в Украине в плену отрезают гениталии. И все они говорят, что там где-то кто-то сказал, и они видели по телевизору. И поэтому хочу обратиться к россиянам. Меньше слушайте свое телевидение, меньше слушайте Скобееву, Симоньян, Соловьева, потому что большинство из того, что они говорят, это все неправда. Да? Если вы хотите что-то понимать, что происходит в Украине, это легко. Сделайте себе VPN, заходите на украинские ресурсы. Много из них пишут на русском языке. Также, кто владеет английским языком, можете заходить на западные ресурсы, чтобы понимать полную картину того, что происходит здесь в Украине. И также, после этого видео можете оставлять комменты в YouTube, чтобы вы хотели... спросить у русских военнопленных, и некоторые из них я даже могу взять и задать эти вопросы непосредственно к вашим согражданам, которые за деньги пришли убивать, насиловать и рушить украинские города.